привет. Ну, назовем видео. Мы пропустили тренировку. То есть мы пришли к вам с Полиной. То есть на самом деле вчера пропустили тренировку по одной простой причине. Я сильно устал и времени не было по работе. Но. Но я без тебя не могу потренировать, поэтому я пропустил тоже. Я потренил по-своему, на самом деле. Организм потом скажет тебе спасибо и будет отдача лучше. То есть, о чем я говорю? О том, что мы вчера пропустили вечером тренировку, но сегодня утром мы уже в зале, то есть, соответственно, наверстываем упущенное, так сказать. Ой, сегодня день ног утром, это хуже не придумаешь, по-моему. Мы еще живы. В конце недели мы уже будем подводить итоги этой недели. Но забегая вперед, хочется сказать, что в принципе прогрессия есть. Тот план, который мы хотели сделать, мы выполняем пока. Соответственно, вес растет. Все хорошо пока. Присоединяйтесь к нам, догоняйте нас. Да. Лучше, чем что? Лучше, чем были, Миш. Лучше, чем были. Конечно. Так я и так лучше тебя. Нет. А сальтуху умеешь, а? Слышишь? Кстати, ты обещал научить. Приди в зал хоть раз. Тут как-то сложновато падать.